Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 холеплей, первый сервер. Мой промокод здесь Кирилл Гейм, пишите вместе капсом, на 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сером 1 холеплей. Ну что ж, сегодня с новой серии, я сейчас направляюсь в Южный, именно в Нотариус, и сегодня я хочу произвести обмен. Мне написал подписчик Давид, в принципе, и хочет обменяться со мной. Мою М5, вот эту получается, она почти стоково, у него стоит только антирадар и нитро. Меняться я буду, получается, на Mercedes E600 на номерах Mercury 8. Номер прям не очень классный, но мне нравятся именно 8, поэтому я решил поменяться. Также я ему сделаю доплату, получается, 500 тысяч. Все, сейчас я доеду, получается, и уже продолжу. Так, вот я уже подъехал. Вот здесь Давид уже стоит на своем Мерседесе, получается. Мэр 3 восьмерочки. Ну, четкий номер на самом деле. У меня был как-то мэр, по-моему, 3 шестерки на X5 еще давно-давно. Но восьмерочки, в принципе, неплохо смотрятся. Самые 600 мне не очень, в принципе, нравится. Так, все, он согласился, что я 500 тысяч ему на руки, короче, передам. Так, обмен транспорта получается 215,0. Услуга нотариуса 50 тысяч стоит. Так, М5 E60 на Mercedes. У меня 50 тысяч, вот так, теперь я ему передаю, получается... Все, короче, я ему передал, получается, 500 тысяч, и теперь все в порядке. Сейчас надо будет поехать домой и посмотреть, что я вообще купил. Так, и тебе удачи, давайте напишем. Все, пацаны, сейчас релогаюсь и уже увидимся возле дома. Все, пацаны, я заспавнился дома, и сейчас мы посмотрим, что же я все-таки купил, получается, за эти деньги. Я, получается, дал свою BMW M5E60, которую я купил с салона, получается. На ней стояла только нитро и антирадар. Кстати, большое спасибо Ване, то есть Джонни Прайс, за то, что мне добавил на эту машину, на M5E60. И большое спасибо ютуберу Бурсач, он тоже мне лямчик подкинул на M5E60. Получается, где у нас этот мэр? Я его почему-то не вижу. А, вот, вверху, кстати, почему-то. А почему он вверху оказался, я не знаю. Я думал, внизу будет. Так, выбираем. Вот, Mercedes получается S600. Повторюсь, блин, мне он не очень нравится, на самом деле. Пока что, понятное дело, эти номера будут стоять на этой машине, но в будущем я хочу накопить денег, возможно, купить обратно с салона M5E60 и на нее поставить эти номера. Мне просто очень нравятся восьмерочки, пацаны, потому что, видите, у меня на гелике 8, на КамАЗе 8. Где у меня еще 8? Ну, здесь тоже есть 8 на M3. Короче, 8 это мои любимые числа, так сказать, и поэтому... Как бы я решил обменяться. Mercury 8, теперь у меня все тачки на красивых номерах. Ну, есть и Full Blood, есть просто красивые номера. Mercury теперь 3 восьмерки. Блин, это очень круто. Давайте посмотрим, что у нас вообще тут по карпасу, потому что я не смотрел вообще карпас. Так, целостность 82, госцена 1 500 000. Улучшение двигателя стоит, антирадар, сигнализации нету. Ну, кстати, довольно-таки неплохо. Целостность еще более-менее нормальная. Давайте на нем проедемся, не знаю. Я давно не ездил на S600. Напишите в комментариях, вот, как бы вы поступили? Оставили бы себе просто S600 и Mercedes, либо переставили эти номера на другую машину? Мне будет интересно почитать, как бы вы поступили. Давайте прокатимся. Блин, пробег 3000, кстати, ну, довольно-таки не так уж и много. Можно будет в тюнинг поехать, кстати, посмотреть. Может, сюда можно диски там поставить, либо еще что-то. Потому что, ну, машина довольно-таки интересная, да, легендарная, но, по-моему, раньше моделька была лучше S600. Вот здесь есть у нас люк. Давайте вид от первого лица посмотрим. Вид от первого лица, кстати, довольно-таки не плохой. Да, Mercedes должен быть черный, но, возможно, я его перекрашу. Если сюда диски нормально встают, то я сюда диски бы поставил, потому что, ну, эти диски такие себе. Сюда бы диски AMG, которые были когда-то на S600, и было бы круто. Так, все, я приехал до СТО, конечно же, я приехал в СТО к Ване, который находится с ДПС, можете сюда приезжать. Кстати, нитро на этом Мерседесе нету вообще. Вот жопа мне его нравится, сбоку мне не нравится, именно диски все портят, и морда мне не нравится. Если был бы это AMG-шный обвес какой-то, и AMG-шные диски, было бы намного лучше. Блин, диски сюда,
очень плохо встают, на самом деле. Ладно, диски мы менять не будем. Ну и, скорее всего, я его красить тоже не буду. Хотя, я бы салон перекрасил. Салон здесь красится? Да, салон здесь красится. Давайте, я бы какой-то бежевый салончик бы сделал. Чисто такой, знаете, было бы неплохо. Так, вот, коричневый какой-то есть. Так, это серый, вот. Типа коричневый, какой-то бежевый салончик. Только ярко-бежевый какой-то. Я салон перекрасил. Первого хотя бы более-менее нормально видно. Я рад, что я обменялся, в принципе, я доволен. Я реально доволен. Пишите, как вам эти номера в комментариях. Ну что ж, на этом, пацаны, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.